даже не любит, когда обнажают оружие. Yeah.
Советский Союз будет делать. Специально я не знал. Пустим кровь! Убить его!
убей эту свинью! Бочком бей! Вот так, покажи им! И еще разок! Бочком бей! Этот явно нарывается. Что он хочет делать с этим оружием? Ему лучше разоружиться. О! Надеюсь, он не будет это использовать. Стражи, такая бравада будет не по вкусу. Если будет упорствовать, оружие отнимет. Лучше ему этим не размахивать. Надеюсь, он не будет это использовать. Не то убью! Последний поход. Хочу повидать младшего сына. Ему скоро 3, и по ферме скоро. Жена 5. Это еще кто?
Ужасное поведение. Скидка, скидка! Распродаю все! Хватит нас притеснять. Я не позволю. Раз с этим покончим. Пусть закон разбирается. Бесконечное безумие. Живо! Слезь, не так! Мы через загон натянули веревки, а на них подвесили горшки на сковородке. Им хоть бы хны. Слезай, гад! Живо! Твоя жизнь не кончена. Последнее слово. Я ухожу. Схватить мерзавца. Thank you.
Минуточку. Что тут было? Говорите, не молчите, свиньи. Эй, ты, вернись! А вот и нет. Ну и вот. Это что за... Я не знаю, что это.
обращать внимание на знаки, которые обозначают жителей. Такие знаки качества должны содержать импортные игрушки. С украинскими проще. Достаточно единственной маркировки. Да и что указано, какой производитель. Очень часто берут их в школу, как бы, на труды. Покупатели редко обращают внимание на маркировку, говорит Наталья. Предпочитают покупать на рынках или уличных раскладках, мол, там дешевле. Но зачастую на такие игрушки нету никаких документов. Я ничего не буду рассказывать, и надо мне снимать. Я хочу мне покрыть. А у вас есть сертификаты на игрушки, где продают на все, но у меня в хозяйстве? Если же никаких сертификатов и маркировки на игрушке нет, специалисты советуют воздержаться от покупки. Защитить свои права в таком случае практически невозможно, а вот риск отравления очень высок. Мария Петлик, Игорь Пифанов, события, канал Украина. Коммунальная несправедливость. Ксения Рыбак загинула в ту же загадковых обставинах. Уйди! Уходи! Нечего тебе тут делать! Ну, слезай! Все, дадим трёпку. Все, будем сразу.
повезло. Обращай внимание, и я уже ушел. Будет в башке дыра! Вот и славно!
Ты здесь. А, уже и мухи налетели. Виталия тоже нашли, повешенный. А бабушка Дианы уверена, что...